Всем привет, с вами Крокус, Син, Чума и Миша. Привет. Здорово. Салют. И сегодня мы поиграем в фазмофобию в челюстной джели, как бы называется, салочки с призраком, который любит за нами гоняться. В общем-то, у нас ноль рассудка, оборудование первого тира и веселуха. Призраком, который любит убивать Катерин. Кстати, у нас нету безопасного периода, ребят. Ну да. А надо было? Ну, нет. Ну и хорошо. Вангуйте где? Под правой. Опять? Как постоянно иду туда. Угу. Зато призрак шустро появляется. А? МП? У Миши? Ой-ой-ой, в самом начале в лобби. Красота, я хоть бы... идти далеко не надо. Ну... О, выключатели почему-то. Может быть, в комнате? У какого, а, может... какого выключателя? Вот этот выключатель слева. Был пищал. Вот так-ка! Накурил? Бегите. Нахрена ты курил-то ее. Ладно. А, ты умирать хотела? Нет, я хотела посмотреть на призрака. А, ну, выходи, смотри, умирай. Медленный. Обычно. Неожиданно. Ну то, что он в лобби обитает, давайте я еще нагоню пройти. Как это? Все? Нет, свет-то нет. Горит. Нет. Как он может быть все? И отдайте благовонию. Нет. Ты же умираешь чаще, да я за другой оборудкой пойду. Так я тоже пойду. Я уже сжёг благовоние. Если что, он... Где он ходит? По второму этажу ходит. А, блин, я уже испугался, а то я за столбом прячусь. Закончилось. Закончилось. Хорошее место. Ой. Я пошла, включу свет, вырубился свет. Можно вычеркивать джина сразу. Не перебор. Нет, не перебор. Да какой перебор? Там мы только два, ну, два выключателя включили. Ну кто знает. Вдруг мы шустрые. Огонек. Так, ЕМП. Угу. Призрачный огонек. Блин, а прикиньте, это банши. ЕМП было не 5. А, блин. Там просто было ЕМП. Ну если это была банша, то первый зашел в дом я. Так, это не атака. Можно я потриндю? Радиоприемник отвечает. Угу. Ой. Блин, банши уже нету. Мара Андрю Йокай. Нет, я где-то спички выкинул. Возможно, атака, да. Спасить. Нечем. Миша, давай беги. Столб. Миша, спрячься за столб. А, блин. Ненадежно. В прошлый раз я просто не успевал за вами уже. Здесь тоже ненадежно. Блин, ну может это Йока? Ну тут, если что, вчетвером помрем. Логично. Оптом сразу возьмут. А Йоку у нас что, натриндёшь? Глухой. Ну, фонарик наверное... горит. Ну на фонаре он тоже этот не может, может не прийти. Ну, моргает фонарь. Видишь? Он спускается. И не пришел. Проблема в том, что моргать начинает за 10 метров. А реагирует призрак из-за 8. Идет. Не моргает вообще. Закончилось. Не, ну сейчас улику какую-нибудь найдем, наверное. Какую? Последнюю? Радиоприемник? Надо же. Я уже... Забей! Ну, можно второй раз радиоприемник, согласен. Ага. В блокноте, значит, минусовая температура и глазовка. В смысле, лапить в блокноте? Возможные улики. Это он, возможно, перечислил. А чё так быстро?
чё так медленно? Я, пожалуй, я курю, не буду. Что ли? У меня нечего. Я постою. Он, по-моему, не вижу его. А, вы все тут? Нет, не все. Да! Миша не здесь. Миша здесь. Я здесь. Где Миша? А, вон он в углу. Я прячусь за вами. Фонарь не моргает. Далеко. И все вышли из сумрака. Миша все еще одевает налобную камеру, ну ладно. Да. Чтобы запись посмертна была. Да, закончилось. Вы все видели, как я умер. Ну чё, а зеленка там еще стоит какая-нибудь? Стоит? Ручная. А кто камера. Блокнот забрал отсюда? А тут же был блокнот, да. Его он скинул, что ли, да? А где он? Да он его подбрасывает, я его кладу, он подбрасывает. Такое ощущение, что не блокнот. Вроде они поправили это. А так аккуратно. Кого-то убили, да? Ну, походу, да. Ну, он прям возле нас с чумой заспаунился. Ну, убил-то одного? Да, да. Мне повезло. Он выключил свет в комнате. Отпечатков нет, он выключатель. Вы слышали, да, что он это... Он... Походил по соли, кстати. Когда пнул? Я несколько раз сказал, что он пнул блокнот. А, ну и то, что ты сказал, это я понял, но я не слышал. А, зеленка. Все, валим. Я увидел зеленку на этой какахе. Валим. Я успела. Нет, не успела выйти. Нет. Ну что, я что ли опять умирать? Ну ё-моё. Катя, у тебя есть благовоние, ну? Ну, валим тогда. Да кто фонарик пробил? Я проверял, включен или нет. Зелёнка, говорите, зелёнка. Юкай, или боже. Да. Юкай, да. Ну, вообще фонарик как бы был доказательством, ну ладно. Она слева. Ну, я смотрю, когда фонарь начинает дергаться, а он не дергается. Значит, он пока еще вне нашей радиуса. Какой злой ёкай. Ё-моё. Злющий. Что он очень активный. Так ноль рассудка. Чё бы ему не поактивничать-то? Закончилось. Можете выходить. Чем выйти из сумрака? Я, честно говоря, думал, будет сложнее найти зелёнку. Он баха показался. Угу. Ну, собственно, Юкай, клик, и поехали отсюда. Да. Ты думал, с этой лазерной указкой офигеешь. Сейчас это понравится, и будем только с лазерной указкой первого уровня. О, у меня, оказывается. 30 дейли таска. 5000. 5000, да. И 5000 опыта. Не боже мой. Не только 5 тысяч денег, но и опыта. На этом челлендж недели все. Да. Мы завершили. Да, весьма быстро, я бы сказала. Не, быстро это когда, когда спидран, и когда по 3 минуты. Призраки, вот это быстро. А тут аж целых 10. О боже мой. Ну, собственно, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Если видео понравилось, не забудь поставить лайк, прокомментировать, конечно же, подпишись. С вами были Крокус, Син, Чума и Миш. Всем пока. Пока-пока. Счастливо. Пока.